Одесские таможенники помогают волонтерам, работающим для украинских военных в зоне АТО. В Южной таможне создана комиссия для предоставления консультаций по вопросам таможенного оформления, гуманитарной помощи и товаров, которые на период антитеррористической операции освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС. Это делается для того, чтобы максимально способствовать волонтерскому движению, оказывать помощь участникам боевых действий на Востоке. Гуманитарная помощь оформляется в внеочередном порядке и без оплаты. И первоочередное таможня в обязательном порядке ежеквартально создает приказ и распоряжение, которым определяются субъекты, которые патриотически настроены, оформляют гуманитарную помощь сразу по приходу ее в морские порты. Кроме того, принято решение о расширении перечня товаров для потребностей участников АТО, которые освобождаются от налогообложения. Все действия относительно таможенного оформления груза волонтерских организаций координирует отдельная рабочая группа. Владельцы грузовых терминалов готовы предоставлять волонтерам возможность бесплатного пребывания груза в зоне таможенного контроля. Одесские таможенники готовы всячески способствовать волонтерам, которые осуществляют добровольные поставки товаров через границы для нужд украинских солдат. Они каждую неделю звонят, что они подготовились, и предупреждают, что они будут в какое время заезжать на границу Украины, и мы будем их встречать здесь, чтобы в течение суток они оформились и гуманитарная помощь дошла до потребителя.